Перед вами, пожалуй, самый главный крем и гордость немецкого производителя Schuboys. Этот крем называется Exclusive Care. Есть бесцветный, есть коричневый и другие цвета. Мы будем использовать черный. Это крем для гладкой кожи. И я буду использовать черный. Во-первых, это гель. Имеет очень приятный аромат, скорее даже косметический. В составе огромное содержание красящего пигмента и различных восков. Вот такой вот туфель мы сейчас будем восстанавливать. После смены сезона он требует ухода. Профессиональный крем мы наносим профессиональной щеткой, так будет лучше. Такая щеточка. Очень маленькое содержание берем на щетку и начинаем растягивать. Вот это маленькое количество, которое я взял, хватит на целый туфель, чтобы его распределить по всей поверхности кожи. Кстати, этот крем имеет очень маленькое содержание воды и растворителей. Растягиваем, после этого натираем бархоткой. Благодаря гелевой консистенции крем очень глубоко проникает в структуру кожи, а высокое содержание пигмента не требует частого использования. Смотрите, какой результат. Вот вам разница. Сумасшедший блеск. Очень глубоко проявился цвет. Этого крема вам хватит надолго. 100 мл.